Yeah.
поменяет Господь во Царстве Своем, всегда и присно, и на веки веков. Все нуждающихся, боящихся, да поменяет Господь Бог во Царстве
законных радостей,
это удел совершенных. И вот супруги, родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, они совершили это отречение. Они обещали Богу отдать младенца, который должен родиться в храм, на служение Богу. И это означало для них, что очень скоро такое расставание вот с этим долгожданным, с этим любимым ребенком, с долгожданным чадом. Богу отдавалось самое дорогое. Самое дорогое. Потому что вот можно предположить, и все мы знаем, наверное, что легко обещать, легко отдавать то, чего не имеешь. Но как трудно расставаться, отдавать то, что вот стало вот родным. Как трудно расставаться, вот было уже даже не с младенцем, а с Богородицей. Уже вот с девочкой, которая там лепетала папа и мама, которая же вот проявляла какие-то такие вот детские, проявляла любовь к родителям, топала ножками по дому. Как приятно было, очевидно, мы все это знаем, все родители знают, как приятно исполнять просьбы вот эти детские. И вот от этого отказывались эти мамы. Приходится слышать, вот несколько раз я слышал такое, что монахи, они же не хотят семьи. Они же не хотят, получается, там, ну, каких-то вот таких вот удовольствий. Не хотят ни есть, ни пить не хотят, ни спать не хотят. Вот как раз-то наоборот. Все им хочется. Они живые люди. Но в этом-то и подвиг. В этом-то вот и отречение, в этом-то и жертва, что ради Бога оставляются вот эти вот законные радости. Поэтому вот не надо думать, что раз святые, то им и ничего не стоило вытерпеть мучения, им ничего не стоило претерпевать скорби, не стоит думать, что им не было больно, что им не было голодно, холодно. И вот преподобный Серафим Саровский на вопрос, чем отличаются грешники спасающиеся, то есть святые люди, от грешников погибающих, он очень коротко ответил: решимостью. И вот Акима и Анна эту решимость исполнили. Они с решимостью исполнили обет, данный Богу. Добровольно отказались от своего счастья, от радости, от утешения в старости. Добровольно. Они отказались от этого для того, чтобы мы с вами, братья и сестры, имели возможность вместе с Богородицей войти во святая святых. Чтобы мы имели возможность выйти вот из этой ее доли скорби, выйти из безысходности, уйти от отчаяния. Чтобы мы с вами, братья и сестры, имели возможность поднять голову, посмотреть на небо, посмотреть горе и начать подниматься вот по этим ступеням храма Божьего. У нас есть с вами, братья и сестры, возможность понять, что мир создан Богом вот не таким, каком мы видим его вокруг себя. Со скорбями, с болезнями, с войнами, с предательствами. Мы с вами можем понять, что Бог не виноват в этом. Не виноват Бог, что человек в муках рождается, в муках живет и в муках умирает.
то вся тварь совокупно стенает и мучится. Не Бог виноват, но грех. Вот причина стенать – грех. Сам человек не имеет решимости. Как это про нас? Каждый про себя может сказать, что вот еще, что в этом такого? Ну еще там полчасика поваляют, полчасика еще там подремлют. Или вот это вот вкусненькое съем, ну что в этом такого? Такая вот невинная радость. Разве Господь за это осудит? Дело не в том, что Он осудит или не осудит, а дело в том, что мы расслабляем душу свою, что мы убиваем вот эту решимость к богоугождению, эту решимость к стяжанию святости. Вот в чем все дело. Что мы с вами, братья и сестры, говорим, ну сегодня, да, вот сегодня так проживу, как всегда, а вот завтра я начну, завтра я непременно начну. А что завтра? А завтра наступает то же самое завтра. Мы целуем крест Евангелие, отходя от исповеди. Этим обещаем Богу. Это же не просто так вот красивое такое действие. Да, оно красивое, но оно очень символичное. Мы целуем крест Евангелия, обещая Богу, что мы больше не будем возвращаться к тем грехам, в которых исповедуемся. Отходим от аналоя, и тут же приступаем, не имеем решимости, лжем Богу. И вот Богородица, хоть была и маленькой девочкой, тоже проявила решимость, проявила вот эту решительность. Она оставила родителей, родительский дом, оставила их любовь, чтобы послужить Богу. Чтобы у нас с вами явилась возможность вместе с ней стать детьми Божьими по благодати, сынами Божьими, дочерями Божьими по благодати. Чтобы мы с вами, братья и сестры, поняли, кто мы, зачем мы и для чего эта жизнь нам дана. Что дана она нам не для развлечений, не для того, чтобы тело свое покорить, а дана нам для того, чтобы решительно, потому что по-другому ты не получишь, решительно восходить вот по этим ступеням храма Духовного. Thank you.
верую в весь спас. Еще верую, это все самое чистое дело, это все самое чистое кровь Твоя. Молюсь, что Ты помилуй меня, прости прегрешение, вольное-невольное, еже словом, еже делом, еже ведением, неведением. Исподобуй меня, осужденно, причаститесь, и причистив Ты к тайне, восторение грехов и жизнь вечную. Вечере Твоя дань, если не Боже, причастниками прими, не по врагом Твоя тайна побегли, вокзальцем это Юда, но я по разбойникам исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд, а для осуждения, будь Тебе причинение святых Твоих тайн, Господи, то исцеление души, тела. Аминь. Тело Христово примите, источник бессмертных и вкусите.
славе Божественной Твоей силы и не остави нас, уповающих на Тя не в мире и Твоему дару, церковь Твоим священникам воинству и всем людям Твоим, и яко всякое даяние благо и всегда совершен, свыше исходя от Тебя Отца света, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
Бог и человеколюбец. Его Пречистую Матерь.
Храм дает нам все для нашей жизни, для спасения, для того подвига, который мы должны нести в мире всем и свидетельствовать падшему миру о правде Божией. Свидетельствовать, помогать людям вместе с Матерью Божией, которая наша первая заступница-покровительница в этом служении. Ибо она прошла этот путь, она освящена Богом, и мы вслед за ней должны стать богами по благодати, чтобы, духовно находясь на храме Господнем, сделать то, на что пришли в этот мир. А пришли мы для того, чтобы, пройдя временный путь нашей жизни, войти в вечную радость, где Матерь Божия ждет каждого из нас, покрывая нас своей любовью, наступлением и вечным служением. Всех вас с праздником, дорогие братья и сестры, радости духовной и наступления нашей всемилостной заступницы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!